Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Такс, что у нас там? У нас будет сегодня... У нас будет сегодня, ребята, босс. Вот что я тебе скажу. 99 тысяч монет, но этого мало. Я ничего не смогу, ребят, себе улучшить. Давай возьмем... О! Как раз под зимушку зиму, ребята. Самое то, выглядит великолепно. И возьму я, что там у нас, кстати, за гонки. Так, сундук здесь тоже. Ох ты, скоростной спуск, ребята. Мы получили с вами новую фуражку. А, ну здесь мы можем взять что? Ну, на байке можно, в принципе, прокатиться. Верно же? Никто не будет против. Куда? Опа, 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 ребят, смотри, что лихач делает, ребят. Фига он там. Лихач, не надо. Лихач быстрее, чем байк? Ты сейчас серьезно? Оу! Ну тут, конечно, да, ребят. Тут я дал дрозда. Да не надо, блин, тут тупорылить-то. Ну что ты, ну в самом-то деле. Ну, барышня, блин. Вообще, вот если честно, я не думал, ребят, что такой будет, блин, говнистый у нас проход сегодня. Ну что это? Ну поехали, давай, 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 давай. Не дергайся ты, не трепыхайся. Ты едь, ты нормально. Ой. Да я даже здесь не смог, блин, сделать нормально ничего. Пипец. Ну что же, друзья мои, магнитная цепь. Магнитная цепь. Давай попробуем, наверное, проехаться на маслкаре. Я не знаю, насколько у нас тут все будет. Опять лихач? Да размажься ты уже, лихач, ё-моё. Так, а у меня еще и сзади байк. Наташа. Все там. Раллийное авто, ребят, по-моему, приплыло. Саму фиаско. Я его здесь, конечно, переплюнул. Друзья мои, за счет крыльев. За счет крыльев я его здесь переплюнул. То есть перелетел в тот момент, когда он потерял скорость, да, приземлившись. Мы с тобой все сделали по красоте. Так, в принципе, и надо. Вот только вот здесь вот, да, отлично. Ох, ёп. Парасете, что ж ты делаешь, Рейчик, что ты делаешь? Тебе этого не простят, зрители, ты такой сейчас был трешняк, ёпарасете. Зачем ты так сделал? Ну, понятно, ребята, у него нет крыши, я все, конечно, понимаю, но... Ну, вот так вот фейлится, блин. Причем я специально, ребята, снижал скорость, чтобы спуститься вниз. Но, видишь, это мне не помогло. И все, ребята, и... Пошло дело просто, я не знаю куда. Я даже не вошел в тройку. Я даже не вошел в тройку. Это что такое, а? Это что, я вас спрашиваю, ребят, такое? Что это за две гонки, которые я уже сделал? И... Ну давай еще вот этот хмырь меня на... Так, стоп, 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 стоп. Что, он бесстрашный, что ли? Я не пойму. Там такие сверху потолки, а ему пофиг, понимаешь, на все. Фига, он там летит сзади. Я, конечно, понимаю, монетный ускоритель, там нитро поставил себе. Все, я это, ребята, принимаю в расчет, но... Так, вот у него даже крыльев нету. Все равно... Так, тот загромыхал, друзья. Есть. Тот загромыхал на своем мотороллере. Но это, кстати, должен отдать, ребята, должное, что на мотороллере не так-то легко и кататься. Давай по чесноку. То есть... Ну да, пока я тут, блин, в небесах птичек смотрел, меня уже, ребята, все переплюнули. Соответственно, у меня никакой скорости нету. Да.
Ладно, я не знаю, там какое место у нас там светит, друзья мои. Наверное, второе, я это понимаю. Нет, первое все-таки. Но проехал я, опять же, отвратительно. Большой воздушный кубок. Ну, насколько помню, большой воздушный кубок у нас заключается, ребята, в нескольких гонках. И... Так, нам нужно там что-то на... Я не хочу брать формулу, она не прокачана, друзья. Давай попробуем проехаться на... Вот, на лихаче, ребят. Лихач у нас без крыльев. И вот смотри, заметь, когда мы приземляемся, мы с тобой потеряли очень много скорости. Очень много скорости. То есть, если она приземляется где-то, особенно на подъемчике, она теряет скорости. Причем довольно сильно. И разогнаться ей проблематично в этом плане. Фига мы... Рот Монкий. Дорожная обезьяна. Мы сейчас в данный момент именно с ней соревнуемся. И, друзья, мы ее переплевываем. Пыталась она, конечно, нас обогнать, но мы пытались ей не уступить. Поэтому у нас все получилось. Но тут, смотри, тут еще... Тут еще есть... Да-да-да. Как его звать-то? Супер Дизель на... со своих вшивых попрыгушках. Секешь, о чем я? Хорош. Ну вот, хоть какая-то гонка у нас получилась нормально. Так, кстати, теперь кубок претендентов. Вот кубок претендентов. Пум. Чтобы взять. Давай попробуем с тобой прокатиться на фуре. Посмотрим, что у нас из этого может получиться. Господи. Такое впечатление, что я вообще в первый раз сел играть в эту игру. Я не могу объяснить тебе, почему. Что это? Фейл за фейлом, ребят, ну. Может быть, то, что я спешу, как сумасшедший, блин. И по барабану мне на все. Просто споткнулся пень. И перевернулась. Перевернулась у меня тачка фура, ребята. И просто размозжилась. Ну, это, конечно, да. Это надо постараться. Такие нелепые ситуации у меня только могут быть, по-моему. Я офигею, как снегоход начал только игру, уже, ребята, размазался. Ну, как? Ну, нарочно не придумаешь, друзья. Просто нарочно не придумаешь. Он просто размазался там. Не успев, извини меня, начать игру. Прямо на финише. Точнее, на старте. Здравствуйте, а почему у меня... А, он... Подожди. У меня же два первых места было. Да, и один раз я... А, он, наверное, все, я понял, ребята. Так, подожди. Два первых места. 6 баллов. А, ну все, все, ребят. Он, видимо, два раза занимал... Один раз первое место у него было... И два раза было у него второе место. Да, тогда получается. Потому что у меня-то баллов вообще не было, а у него, да. Опа, я-то думал, что я здесь один на фуре буду. А получается, нифига. Трасса-то такая выбралась. Ядрен-матрен. Ох, как нам тяжело ехать на ней. Ой, тяжело, друзья мои. Она совсем не приспособлена под фуру. Ну, понятно, почему этот взял первое место на раллийном авто. Черт тебя побрал. Ну, давай, перепрыгивай. Я смотрю, друзья мои, сейчас в моде стало у нас... Как она называется-то? Турбо. Да? Ёпарасоты, нет! Нет, 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 нет! Да чтоб тебе... Да, фура. Тебе тоже не дано только. Но тот понятно, ребят, тот опять уже первым. Хотя нет, он в яме там застрял, прикинь? Он застрял в яме, друзья. Да и по делам ему.
Ой-ой-ой, у меня же здесь не про... У меня тут колес-то нет нормальных. Черт, я не помню, что там внизу, ребят. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, вытягивай, родной, вытягивай. Ох ты, здесь-то что? Здесь нам придется вот так вот сделать. Сможем подняться? Смогли. И вот это вот ускорение сейчас как раз, ребята, в топ было. То, что мы набрали скорости, и сам видишь, приехали первым. Да, друзья мои, на 10 тысячах у нас будет с вами босс. Так, защитная арматура и стартовый ускоритель. Грязные ралли. Ну, я думаю, что грязные ралли, наверное, тоже, ребята, можно проехать на фуре. А там еще танк. Танк, я знаю, ребят, этот вечный попрыгунчик. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Есть. Лихача перепрыгнули с тобой, и прыгунца наказали. Опять же, за счет, ребята, ускорения. Успеем взять? Взял, черканул, ребят. Но тут танк. Тоже, ребята, на нитро. Но нитро у него оказалось слабое. Или он просто его не применил. Я не видел, чтобы у него там пламя из жопы, как говорится, рвалось. Поэтому. Ну вот это было подлинненько. Я потерял много скорости. Легенда, иди. Ну, нет. Да и фиг с ним, ребят, первое место все равно. Блин, тут еще одна гонка. Тут еще одна гонка. Вон он, вон он, вон. Теперь я вижу у него пламя. У него ракета, что ли, там? Первое, что приспособлено. Слушай, прыгун меня вот этот раздражает. Да. Ай, дуст. Дуст. Просто, ребята, дуст. Ну, было же хорошо. Было же красивенько это сделано, ну согласись. Такс. Гран-при каньон. Ну, ребят, тут уж извините, я пойду на раллийном авто. Без буста, блин. Без всего. Маслкаров здесь, я смотрю, две штуки. И они, причем, так. Ну, твою налево. Че оно мне забуксовало? Вот скажи мне, че оно забуксовало, блин? Я не понимаю. Какое тут три маслкара, ребята? Три маслкара. Офигенно. Один из них с крыльями. Давай, Рэй, без вот этих вот. Ну вот, опять же, ребят, вот. Что он там делает там? Кубарем как-то. Блин, опять третье место. Ну ёпрсоты. Не могу, я просто, ребят, не могу с ними совладать здесь. Да не тупи ты, Рэй, ну ёпрос это, ну. Вы... А он тоже, кстати, горючее, ребят, не подобрал. Так, я не помню, вниз что ли здесь? Да, вниз. А он понизу, да? А он, чмошник, поехал, ребята, понизу и, блин, обогнал меня. Ну ёпрос это, так, слушай, я второе место занимаю здесь. Кубок по скоростному спуску. Ну, я, наверное, на ролике пойду, ребят. Потому что здесь у нас более-менее колеса прокачаны. Так что для зимы, я думаю, она подойдет как нельзя лучше.
Хорош, смотри, как я приземлился прям. Идеально, ребята. И такой на финиш. Груда металла, ребята, приземлилась на финишной прямой. Слушай, это желтые дерьмище, что-то мне как-то не особо нравится, ребят. Там кто-то вообще с ума сходит. Заедь, главное, заедь! Твою налево, блин. Очень, ребята, много... Очень много времени потерял. Он, видишь, он заехал, но заднее колесо у него почему-то висело. И я не смог набрать скорости определенной, чтобы... Ё-моё, блин. Да. И сколько у нас... Слушай, первое место мы получаем, ребят. Первое место. Это моя шахта. Называется этап. Так, тут я смотрю, ребят, маслкар. Ну почему так происходит-то, твою, блин, налево? Он ли ехал на узкой? Не, ребята, я ехал вообще просто так. У меня машина подлетела в воздухе и зависла. Я еще ударился об потолку. А он же нет. Он нифига не ребят. Не это. Мне такое ощущение, что мне нужно убирать, знаете что? Одну из опций, которая дает... Да опять твою налево, блин, ну... Опять это дерьмо, блин, меня обогнало, блин, на самом финише, а? Я про маслкар, ребят, говорю. Просто достал уже, а? Ну давай, залетай ты уже на финиш, блин. Какое там у нас место? Второе получается, да? А, первое. Твою налево, кубок полуночи. Я ненавижу эти трассы, ребят. А он еще и на байке здесь. А, мне, не знаю, ребят, мне кажется, на байке, но тут проблема вообще играть. Давай вот по чесночку. Да куда ты там? Ну что? Дебилизм, блин. Это был просто дебилизм, ребята. Застрял в этих, в мешках, блин, мусорных, блин. Не может не выехать ничего. И все, и на, получи. Трындец просто. Байкер что-то там. Он что-то знает, что ли, не пойму. Он там снизил скорость, ребята, и... Не знаю, он снизил скорость на этом помостике, и все, ребят. И больше я его не видел. Ну, он, короче, аккуратно начал съезжать. Так, этот у нас, ребята, докривлялся, да? Либерти. Смотрим, смотрим, смотрим. Я вниз. Да как ты, сволочь, аккуратно так проехал, блин, а? Я не знаю, ребята, на своем говне, у которого нет крыши, он еще проехал как-то аккуратно. Меня это аж прям выбешивает меня, серьезно, ребята. Просто выбешивает. Ну как, блин, он там два раза, блин, стукнулся, блин, об этот, и пофиг ему. Взбесил прям аж. Просто взбесил. Ай, твою душу, а.
давай ты, капюшон, едь, ну. Крыши нету. Еще один удар, ребята, и все, распластаемся, блин. Все ускорялки пропустил. Все почти ускорялки пропустил. Ну где там финиш-то уже? Это одна гонка, ребята. Вот он. Да. Я тебе говорю, такое ощущение, как новобранец, ребят, какой-то катаюсь, блин. Что-то тут все поменялось. Столичный кубок. Столичный... Подожди, столичный кубок, это же... Это же, ну, будет это метро или как это называется. Ну, давай попробуем. А горючее не надо брать. Я это, кстати, тоже не взял, ребят. Ать! Нормально. Здесь нормалек все получилось. Мы успели, так сказать, усы ему побрить. Поехали мы с тобой поверху. Ты видел, кто там? Да-да, друзья мои. Тракфутовец там. Опа! Опа, пулечки. Мы его здесь прижучили. Так, ну что, друзья мои, у нас последняя гонка. Все просто душу рвут, ребята, чтобы вы, ну, взять победу. И, кстати, кто-то мне говорил, там, Рэй не понимает, что играет с ботами. Ребят, ну что значит я не понимаю? Конечно, я все прекрасно понимаю, что это у нас... Что это у нас боты. Но дело-то не в том. Что это? А азарт все равно есть. Что, хоть боты, хоть не боты. Кто-то же ездил когда-то так. Кубок Штормрайдера. Да поеду я, наверное, на раллийной автошке. Кто-то в комментариях спрашивал, Рэй, какая машина круче, раллийное авто или спорткар? Тихо, главное, не упади! Да еб... Ну вот, вот всегда так, вот всегда так происходит. Всегда, блин, я вот в первой гонке, ребят, запарываюсь на этих черепах, блин. Потому что там это дебильное ускорение, оно просто не в тему встает. Просто, ребят, не в тему. И поверху еще поехал, блин, тут где много этих всяких трамплинов, попрыгушек и тому подобное. И ветер, ветер против нас. Да ну, ребята, ветер против, ну, ну что ты, посмотри. У меня нет никаких, блин, крыльев. Так отвратительно я еще, ребята, никогда не катался. Хотя вру. Так отвратительно я катаюсь практически всегда. Но это хорошо, что мы с тобой тут не кувыркнулись, блин, как обычно мы это можем, блин, делать. Да что с машиной-то не так? Ну почему она не едет? Ну ёпрасы-то, ребят, ну... Размазался, нет? Нет, ребята. 4 балла, всего 4 балла. Смех, смех, ребятушки. Просто смех. Поехали. Ой! Как всегда, ребята, как только ты выбираешь что-то более-менее, тебе начинается вот именно с этими, с домиками. Просто в прикол. Куда ты? Ты уже не сможешь туда заехать, Рэй. Супер дизель у нас, ребята, если он падает по вертикалке,
на подъеме. Он этот подъем не затащит. Ему нужен обязательно разгон. Я даже выпендриваться не буду. Это серьезно? Чувак просто, ребята, перевернулся на своей ККМ-ке. Рэй, давай заедь, пожалуйста, заедь. И вот здесь тоже. Фига она там у меня порхает, как бабочка. Есть. Отлично. Прекрасно. Ну что, у нас последняя гонка здесь. Песок, блин, в купальнике называется. Песок в анальнике, ё-моё, не в купальнике. Такс. Бери, 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 поднимай, 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 разгазовка. Ёпрста, ты не доедешь же до туда. И этот чувак тоже понял, что не доедет, да? Они все поняли, ребят, что не доедут. Единственное, что меня спасло, что я раньше всех это понял. Да, сделал я их. Но там на самом деле тяжело, вот эти подъемы все. Как тебе сказать? Что за трасса? Блин, пустынные пещеры. Ну, пустынные пещеры нам нужно на раллийном авто, наверное, ехать, ребят. Опять маслкары, спорткары. Там шлем чей-то или это моя шапка зимняя улетела, я так и не увидел, ребят, толком. Слушай, тут что-то мы так на таком запале с тобой проехали. Фура вторая, кстати. Надо, значит, ее остерегаться, ребят. Фуру. Фуру. Так, мы здесь не будем особо прыгать. Высоко и далеко. В воде, ребята, в воде. Да, я же тебе говорил, надо фуру остерегаться. А сейчас посмотрим, как она здесь себя проведет. Вот в этих вот. Зашибись. Все пролетели. А я как. Ну, я же думал, ты перевернешься, гаденыш. Ну что ж, не перевернулся-то. Надо же было тебе носиком-то клюнуть маленько-то. Ну что, друзья, подъезжаем уже почти к Босяцкому. Я не помню, что это за трасса, но я думаю, наверное, мы возьмем с тобой байк. Почему? Кто там прыгает, блин? Есть. Мы обогнали этого. О-о-о, так тут у нас. Я думал, что тут чисто деревня. Нет, ребята, не чисто деревня. Мне бы хотелось бы, ребята, вот такие бы гонки поиграть, но только плюс еще, знаешь, чтобы можно было бы, ну, там, стрелять, там, как-то противника своего бомбочки там подкладывать. Вот типа такого было бы вообще, ребят, топ, нифига. Фига тут. Толстопуз такой, да? Так, ну что, кубок аллигатора. Ну, понятно, что здесь на байке делать нечего. Я попробую, ребят, на маслкаре здесь прокатиться. Маслкар с крыльями, да? Так, ладно, хорошо. Первую гонку взяли с крыльями. Фиг с ним. Давай смотреть дальше. Свист. Свист колес, блин.
приземлился тоже мне. Так, тут целая армада крокодилов у нас. Это не случайно не та ли трасса? Да, именно. Именно она, ребят. Это мне повезло, что я там вниз, так сказать, попал и понизу проехал. Так бы мне здесь ничего хорошего бы не сулило, ведь так? Давай, родной, едь. Слушай, она слишком легкая, она даже, ребята, машины, эти фуры не давит. Она просто по ним проезжает. А вот, ребятушки, уже и босс. Горные мосты. На маслкар ехать, как думаешь, есть смысл? Давай попробуем. А он на чем? А он, друзья мои, как он называется-то? Скажи, я скажу. Так, первая гонка за нами. Одна из трех. А он на багги. Давай, блин, это багги. Вторым, твою мать, вторым, блин. Ты издеваешься сейчас, а? Какой нахрен вторым, блин? Пипец. Пипец, ребята, называется. Приехал, сфейлил гонку. Просто сфейлил гонку, блин. Приехал вторым. Ты издеваешься, а? Тварина, блин. Да как так-то может быть, блин? Да нет, ребята, у меня горючего, в отличие от него. Нифига, он там шпаранул, блин. Он на горючке, ребята, выигрывает. Просто на горючке. Не намного он отстал от меня. Если бы он просто ее не поднимал бы, я посмотрел бы на него. На утырка этого. А так за счет горючки, да. Короче, здесь тоже ничего не получается, ребят. Он, я смотрю, тем более просто рвет. Рвет свою машину. Все время на ускорях. Ну как там, блин, занял второе место? Ну прямо взбесило, ребят, если честно. Вот в предыдущей гонке. Ну какого лешего-то, блин? Смотри, он просто... Он все, ребят, прилетает. Размазался. Глубоководное погружение. Че, тоже маслкар выбрали? Да ну, ребята, они все с ускорениями. Я тут ничего не сделаю. Они все с ускорениями играют. У меня нету этого ускорения на маслкаре. Нету. Зашибись, да? Он поехал поверху, проехал везде, все, все собрал, все, что нужно. Короче, размазывайся нафиг. Надоело. Так, миля в пустыне. Не буду я, ребята, на маслкаре ехать, я возьму что-нибудь другое. Миля в пустыне, я возьму... Вот это вот бесява. Вот зависнет в воздухе, как этот, я не знаю кто, блин. И висит там по 3 часа. Замечательно просто.
Он уже догнал, ребят, меня. Он уже догнал меня. Он мало того, что догнал, он меня перелетел. Как тебе такой раскладец? Ну давай ты, господи, ну... Ты тупой, как валунок, твою налево. Ты даун, просто дебила кусок, ё-моё. Я в шоке, друзья мои, я просто в шоке, я уже не могу босса победить. У меня скорость сбрасывается, у него нет. Заметьте это, ребята. Что у него там крылья? А у него крылья? А, у него еще и крылья. У него монетный ускоритель. Я не знаю, насколько, ребят, хорошо прокачан у него монетный ускоритель. Но, видимо, хорошо, раз он дает, ну, как сказать, такую прибавку к скорости. Смотри, здесь он, ребят, забросил скорость. Потому что знает, что в мясо размажется. И несмотря на это, все равно, ребята, он едет, блин. Чуть ли, блин, не... Да, здесь взяли, отлично. Ну давай попробуем третью гонку, пожалуйста, Рэйчел. Ну давай, ну... Все. Все. Уступил. А уступил почему, ребята? Потому что у меня было все дело без буста. Да ты как ты, блин, этот? Неужели так, ребята, крылья ему, блин, по... О, все. Фу. Трэш какой-то, блин. Ах, какой-то, ребята, был трэш. Ладно, выиграл я эту гонку с горем пополам, блин. С горем пополам. Да, 10 тысяч кубков наши. Фью, что-то меня вымотало сегодня игра, если честно, ребята. Вымотало, понимаешь? Очень сильно вымотало. Так, я и поздороваться-то забыл со всеми. Ё-моё, с этим... С этими... Как тебе сказать-то? Спидран вышел из команды. Тархун поиск начал соответствие. Да. Все, ребятушки, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.